Если у человека есть ощущение любви, которое настолько совершенно, откуда в нем родится трепет? Исходя из того, что невозможно прийти к любви, если перед этим не проходят эти ступени страха, трепета, невозможно. И от этих свойств начинают, когда приходят к любви. И не просто написано, все прегрешения покроют любовь. Когда ощущают все эти прегрешения и проходят их, и исправляют их, уравновешивают их, тогда приходят также и свойства любви, которая включает в себя все предыдущие свойства, включая страх и трепет. Поймите только, это не простые вещи, не детские такие, что мы должны быть содержать в себе много противоположных свойств, мы должны понимать их, ощущать, и только тогда мы можем правильно удерживать свойства любви, которая включает в себя все. Оно состоит из всех противоположных свойств.